геодезия города Уфа. Вы у нас регистрированы в Курской области. Все верно? Все верно. После входа в личный кабинет была подана заявка на перевод денежных средств на имя Яснова Валерия Николаевича. Данное физическое лицо вам знакомо? Нет, я такого не знаю. Уважаемый клиент, когда либо карту теряли, либо она была украдена, утеряна, передана в личный. Ну, нет, за последний, ну, я не могу так вспомнить, за последний, да нет, вроде не было. Фиксировать голосом опять? Приветствую, старший специалист службы безопасности Сбербанка России, меня зовут Дим, город Смирнов. Вам младший специалист направлял смс-оповещение с номера 900 с вашим временным паролем от вашего нового учета? Нет, вы знаете, она сказала, что там, ну, говорила что-то про это, но никакой смс-ки не приходило. Хорошо, в данный момент я вам направляю смс-оповещение с номера 900 с вашим временным паролем от вашего нового учетной записи. Так, а что мне нужно сделать? А что мне сделать нужно с ним? Смотрите, то есть данное смс-оповещение будет указывать пятизначный код. Данный код является вашим временным паролем для входа в новую учетную запись. Если ваша старая учетная запись была взломана, нам бы требуется ее деактивировать и создать новую учетную запись, а также подключить вам дополнительную систему защиты по вашему новому личному кабинету, так как по отношению вас, как клиент нашего банка, были совершены мошеннические действия. Егор, а откуда вы звоните? Поговорите со мной. Я понял ваш вопрос. Ну, с какого города вы звоните? Я понял, да я уже давно понял.